А что у нас на ужин? Я ничего не готовила. В смысле ты ничего не готовила? Выпей чай с черносливом. Честное слово, я есть хочу. Какой чай нахер с хреносливом твоим? После шести вообще-то уже вредно кушать. Ну что, возьми яйца тогда пожарь, блин. Какие яйца? Ты что? Это уже не яйца. А что? Это уже куриная икра. Игорь. Мать, ты что, с дуба рухнула? Какая нахер куриная икра? Ты что, телевизор не смотришь? Ты знаешь, почем нынче яйца? Почем? 250 рублей, а то и выше. Да ладно? Да ладно. Серьезно? Да. Теперь это только на Новый год. А-а-а. Положи в холодильник. Ничего себе. Вот тебе и ничего себе. Вот это да, куриная икра. Осторожно! Осторожно, Игорь. Фу, Люда.